Привет! Сегодня у нас сытный гороховый суп с копченой грудинкой. Главное в гороховом супе – правильно сварить горох, а остальное уже дело вкуса и настроения. Итак, чтобы горох превратился в нежное пюре, его нужно замочить на 6-8 часов, затем промыть, залить свежей водой и варить до готовности. На это может понадобиться 1,5-2 часа. Выкладываем в кастрюлю замоченный и снова промытый горох, добавляем лук и чеснок. Все заливаем холодной водой, доводим до кипения и, снимая пену, варим на медленном огне до готовности. Когда горох будет готов, вынимаем луковицу, она нам больше не понадобится, и добавляем морковь с картофелем. К готовым овощам добавляем обжаренную грудинку и доводим суп до кипения. Любишь вкусные супы? Ставь лайк и подписывайся на канал.